По состоянию на 20 января в Одесской области обнаружили 223 новых случая коронавирусной инфекции. Из них 84 одесситы и 139 жителей районов области. За все время пандемии в Одесской области зафиксировали уже 79 233 случая инфицирования. На лечении в городской инфекционной больнице находится 152 пациента с COVID-19. Из них 36 в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находится 116 пациентов, из них 2 человека подключены к аппаратам ИВЛ. Побороть недуг удалось 194 одесситам. К сожалению, смертельный счет инфекции все еще открыт. За минувшие сутки умерли 8 жителей региона. Напомним, ранее министр образования Сергей Шкарле заявил, что после локдауна выпускники 9 и 11 классов при благоприятной эпидемиологической ситуации смогут вернуться за парты или продолжить обучение в смешанном формате. Также он добавил, что после 24 января студенты должны начать занятия в очном или смешанном формате.